Так, берем. Краплак берем. Охру. У меня охра желтая. Берем черную. Вы видите, какими из-за вот этого масляного слоя, который я положил предварительно, какой прозрачности ложится вещество краски. И Дори Нуара тоже экономили краску, поэтому и у многих художников прежних времен тоже были подобные проявления письма. Итак, охра, краплак. И черная. Охра одна из самых дешевых красок. Черная тоже недорогая, что тоже решало вопросы для них. Но опять же, от того, что у меня формат шире, то головочка, пространство вокруг головочки будет больше. Масло дало вот этот масло, разбавляющее масло, дало вот этот слой жижи, который создает вот этот, вот эту прозрачность. А лак не даст маслу сильно течь, то есть он его прихватит.
охра и краплак с белилами. Выделят цвет лица. Тональность лица. В данном случае краска легла плотно за счет белил. После этого этапа те из вас, кто пользуется проектором, можете черты лица запустить уже, ну, приблизительно вы положили, запустить черты лица. Конечно же, они неминуемо в этом пространстве окажутся, если у вас более-менее похожим будет место расположения пятна головы, лица. Так, ну, наверное, все. Ну, для тех, кто нуждается в большей прописке волос, я покажу, как сейчас волосы бы ложились. Вот, допустим, мы планируем сейчас здесь вот, наверное, будет хорошо видно. Да. Прямо локончик виден. А можно вопрос? Ау. Вот обычно в портретах щель между губами всегда это самое темное место. О, кстати, я забыл, да. Ну там, нет, у меня есть. Ну здесь он меру соблюл, некоторую такую. Не-не-не. Так тоже можно. Прям затемнять ее не обязательно. Но она и так темная. Есть губки, которые, щель в которых хорошо читается, есть поменьше читается. Здесь есть свое настроение в этой щели. Угу. Поэтому. Вот, смотрите, вот прямо отдельные волосинки видны от прикосновения кисти по уже вот этой слюнявости. Ну, прямо волосики, волосики. Вот, это, кстати, хороший повод поучиться писать волосы. Блондинок, конечно, тяжелее писать, но вот брюнеточные волосы пишутся вполне себе удобно.
А ну попробую. Эх. Ну ладно. Крупновато. Так, друзья, ну что, знакомьтесь с Ренуаром, с его технологией. Влюбляйтесь в нее, как и я. Прошу вас.